Пап, тут только что звонили. Короче, тебя директор вызывает. Так. Что ты на этот раз натворил, бестолочь? Нет, папочка, на этот раз ты, бестолочь. Тебя твой директор на работу вызывает. Да не волнуйся, лагерь отличный. Тут все есть. Пляж есть, бассейн есть. И даже библиотека есть. Что? Мальчик, мальчик, тебе плохо? Что у тебя болит? Так, стой, я пойду за врачом. Все, держись. Врач! Мам, врач тут тоже есть. Покормили отлично. А вожатые просто супер. Папуле, привет! А сколько будет стоить? Сколько будет стоить поставить шатунова? Сколько? Две пятерки? Почему так дорого? Раньше была одна. Ничего личного, Алексей Васильевич. Выпускной класс, ценник растет. Ай, ну все-таки музыка молодости. Ладно, ладно, согласен. Утро, воскресенье, все люди спят. Тебе делать нечего, что ли? Извините, но к нам бабушка с деревни приехала, а она только по петухам встает. А я очень кушать хочу. Ах, ладно. Кукареку! Кукареку! Пап, мне математичка опять сегодня двойку поставила. Ну, плохо, плохо. Неси ремень быстро. Ремень я ей уже носил. Не берет. Может, конфетами попробуем? Ну, попробуем. Попробуем. На сегодняшний день было задание... Устройство Солнечной системы. К доске пойдет Лобов. Я не пойду. Как это ты не пойдешь? Ты что, не выучил? Я выучил, но просто не пойду. Почему ты не пойдешь? Просто до этого у нас был урок истории. И там говорили, что Джордано Бруно за это сожгли на костре. А оно мне надо. Сынок, зачем с собой в парилку взял парацетамол? Это же жаропонижающее. Если тут станет очень жарко, то мы туда таблетку кинем. О, хорошо. Нет, не то.
нему сегодня вдохновение не придет, то мы 100 пудов выиграем конкурс по сбору макулатуры. Сыночек, ты готов? Да. Я себе еще повязку сделал. Буду самым крутым. Мой хороший. А я даже себе платье новое купила. Будем с тобой самые красивые. Ну что? Вроде бы все в порядке. Можем идти. Ну, давай знакомиться. Да? Как тебя зовут? Катя. Катенька. Красивое имя. А фамилию свою, Катенька, знаешь? Иванова. Какая умничка, и фамилию знаешь. А сколько ж тебе лет, Катя Иванова? 4. 5 мая исполнится 5. Вот как. Да ты-то большая девочка-то у нас. А как родителей твоих зовут, знаешь? Знаю. Мама Света, а папа Сергей. Вот, ну ты просто чудо, а не девочка. А кем они работают? Мама учительница, а папа Программист, наверное, да? Да! Программист, ну видишь как. Катенька, ты просто золотой ребенок. Вундеркинд. А теперь с формальностями мы закончили. Сознавайтесь, Катерина Сергеевна Иванова, 4 лет. Кто кашу с балкона бросал? Hello, children. I'm glad to see you. Take your seat, please. And get ready for the lesson. Today the theme of our lesson is traveling, what for? It's a revision lesson. We have spoken a lot how to spend free time. Что она говорит? Не знаю. Блин, уже второй год приходит, по-русски до сих пор не научилась говорить. Plays an important part in the entertainment of people. Апельсины, мандарины. Подходим, покупаем. Сочные, сладкие. Подходим. Скажите, а попробовать можно? Да, конечно, можно. На. Апельсины, мандарины, самые сочные мандарины, самые сладкие апельсины. Подходим, берем, не стесняемся. Все, спасибо, попробую. Не мое это. Продавцом точно не буду. Привет, Дань. Привет, Сань. Выйдешь гулять, а? Нет, не могу. Почему? Врач запретил. Ты же вроде бы здоров. Да, только... Привет, Даня. А куда это ты собрался, а? Пока уроки не сделаешь, никуда не пойдешь. Вот видишь, я же тебе говорил. Соберись, ты сможешь его победить. Тебе нужна спортивная злость. Давай разозлись на него. На кого? На Серегу, что ли? Да. А с чего это? Он же мой друг. Друг? А ты знаешь, что это он тогда твой диск с твоей любимой игрой поцарапал? Это он тогда в раздевалке твои кроссовки к полу приклеил? Это твой друг Серега хочет подружку твою отбить. Это все он? Да. Ну все. Давай. Тренер знает, что надо сказать. Ради результата он сможет и диск поцарапать, и кроссовки к полу приклеить. Дети,
Мы с вами находимся в центральной части города. Здесь у нас запланирована остановка. Итак, дети, что бы вы хотели посмотреть? Набережные, старинную часовню 16 века, мосты через канал. Выбирайте. Кафе мороженое! Опять? Ну, не знаю. Ну, Сороконожкин, теперь назови мне одного из центральных персонажей романа «Война и мир», которого писатель описал следующими словами. Массивный, толстый молодой человек со стриженной головой в очках. Ну, Сороконожкин. Пьер? Пьер? Пьер без... Пьер без... Пьер без руков. Ну, в принципе, если буду снимать кино, вполне возможно, что Безухова сыграет без руков. Садись, Сороконожкин. 4. На всякий случай. Потом посмотрим. Стоп. Каша, ну-ка иди-ка сюда. Ты же мне сказал, что ты на информатику должен пойти. Я и пошел. Ну, скажи мне, как вот это вот все называется? Битые пиксели. Мам, не зависай. Родители новую игрушку подарили. Пазл, 2000 деталей. Будем вместе собирать? Тоже мне круто. Вот у меня пазл. Вообще чума. Как называется? Мамина любимая ваза. Вот клей. Сказала, если даю черную сибру, то все. Больше подарков на день рождения не будет. Человека. Могу я узнать причину? Каша с комочками, молоко с пенкой, кисель со сгустками. Винегрет с селедкой. Мои условия вы знаете. Мне нужна жалоба в письменной форме. Принесли? Еще не умеем писать, поэтому нарисовали. Камень, ножницы, бумага, цуефа, цуефа. Камень, ножницы, бумага, цуефа. Ну что, молодежь, белье рвать будете? Вы, наверное, хотели сказать брать. Я тебя умоляю. Я 5 лет проводница в детских вагонах. Я что, не знаю, как вы спите? Ну что, мужики, белье рвать будете? Или нормально, как люди, поедем? Ну что, нравится? Да, очень. Добрый день. Здрасте. Я просто спешу вам сообщить, что у нас действует 50% скидка. То есть
по сути, один сапог вы получаете бесплатно. Здорово. Тогда мы возьмем один сапог от этой пары бесплатно и один сапог от пары большего размера. Но, мам... Что, мам? Что, мам? Ничего. На одну ногу носок потолще и вперед. Замечательная акция. Спасибо вам большое. Так держать. Здравствуй. А что вы здесь делаете? Да вот, Лавров, решила провести урок у тебя дома. А то ты вечно то дневник забудешь, то учебник. А тут все под рукой. И родители, которых я в глаза не видела, хотя по 3 раза в неделю вызываю в школу. Держи. Ну что, пойдем заниматься? И доску захвати. Миша, Липкин, помоги бабушке через дорогу перейти. Откуда вы меня знаете? А я не простая бабушка, я волшебница. Вот поможешь мне через дорогу перейти, исполню любое твое желание. Будьте здоровы. Спасибо. Хорошо. Пойдем, милок. Вот, спасибо. Тихо. Будьте здоровы. Ну вот и спасибо. Ну, загадывай желание. Желание? Будьте здоровы. Ой, спасибо тебе. Ну, надо же. Не для себя, для другого желания загадал. Далеко пойдешь. Ну, ладно. Мне пора. У вас вообще штат не будет, ребят. Знаете, как надо... Извините! А что надо сделать, чтобы быть такими же, как вы? Такими же, как мы? Качаться? А я думала, что чтобы быть такими же, как вы, надо прочитать всего лишь одну книжку. Угадал. Одну книжку? Одну книжку. Внимание, детки! Сейчас будет задача со звездочкой. Записывайте условия. Зарплата учительницы математики 14 тысяч рублей в месяц. За квартиру нужно отдать 4 тысячи рублей. За свет 2000 рублей. За воду 700 рублей. В магазин сходить как минимум 500 рублей в день. Новое платье стоит 1000 рублей. Новые туфли 1500 рублей. Сынишке дать деньги на карманные расходы 200 рублей в день. Теперь вопрос. Посчитайте, как возможно прожить на такую зарплату? Давайте, считайте. Потому что я с этой задачей справиться никак не могу. Я вам разрешаю пользоваться калькулятором, да и интернетом, чем угодно. Так, ешь давай. Да не хочу я есть. Я кому сказала ешь? Мам, да не хочу я. Так, пока все не съешь, из-за стола не встанешь. Ладно. Хм.
ты меня обманула. В смысле? Я все съел, а из-за стола встать не могу. Здравствуйте, Семен Семенович. Добрый день, молодые люди. Чего изволите? Да мы тут пришли с Ванькой последние новости почитать. Похвально. Похвально. Поступайте ко второму столику. Только не шумите. Так, что тут у нас новенького приключилось? О, смотри. Ванька и Светка теперь тусят. О, круто. Смотри, Гришка из второго отряда дурак. Для меня это уже не новость. Смотри, Ленка овца. Я ж тебе уже давно об этом говорил. Ленка овца. Итак, господа учителя, действуем по строго намеченному плану. На трудовике и физруке у нас функции силового воздействия. Они уже на позициях. Татьяна Ивановна. Я. Вы, как школьный психолог, вступите с ними в диалог и попытаетесь договориться. Есть. Тамара Павловна. Я. Астрономия. Как вы понимаете, на вас координация действий. Возьмите свой телескоп и займите позицию на крыше спортзала с рацией. Есть. Остальные в оперативном резерве. И помните, мы должны победить любой ценой. Служим нашей школе! Молодцы. Ну, с Богом. Налево! Шагом марш! Левой! Левой! Раз, два, три! Левой! Левой! Раз, два, три! Раз, два, три! Я горжусь вами. Ох уж мне этот выпускной. Каждый год одно и то же.